В футбольном клубе «Актобе» назначен новый тренер. Вместо ушедшего в отставку Владимира Никитенко тренировать спортсменов будет Владимир Газаев. С 34-летним российским специалистом заключено трудовое соглашение на 1,5 года. Владимир Газаев – сын известного тренера Валерия Газаева. На протяжении нескольких лет работал главным тренером футбольного клуба «Алания». Его кандидатуру выбрали из более чем 10 претендентов. Переговоры, как признался президент местного клуба, велись с конца 2012 года. Сегодня перед новым тренером стоит ряд задач. Первоочередная – попасть в группу Лиги чемпионов или Лигу Европы, занять призовое место на чемпионате Казахстана, ну а также взять Кубок страны. Первая игра под руководством Газаева состоится уже завтра. Футболисты сыграют с Костанайским Тоболом. В составе команды есть очень хорошие игроки, очень опытные игроки, поэтому я не сомневаюсь, что при должной их самоотдаче, при должном профессиональном отношении к делу, к работе, к тренировочному процессу, вот те цели и задачи, которые сейчас были озвучены президентом клуба, они выполнимы.